Авария с дурным запахом. На русском острове универсал Toyota Corolla столкнулся с мусоровозом. Универсал Toyota Corolla пытается пересечь перекресток на острове Русский. Эта попытка заканчивается чувствительным ударом в борт от спецмашины. Такого финала владелец Toyota явно не ожидает, а в планах было другое. Я двигался с заправки, выехал, двигался сюда, в сторону университета этого. Подъезжая к перекрестку, он стоял. Стоял, потом раз и поехал. Выехал на перекресток, произошло столкновение, все. Маневр Исудзу становится понятен после того, как свою версию произошедшего представляет его водитель. Оказывается, все дело в плотном потоке встречных машин, которых, кстати, надо было бы пропустить. Осуществлял движение с канала, посмотрел, машин не было, начал движение, выехал, первую полосу пересек, пошел трюкер искать, здесь машина ехала, помешала закончить маневр, удар произошел в заднюю часть автомобиля. То есть вы тормознули, пропустили машину? Ну да, не было бы машины, я бы закончил маневр, и все, и как бы ДТП бы не было. ДТП все же происходит, Corolla заметно теряет в привлекательности после того, как воткнулась в заднюю часть бункера мусоровоза. Увечья ни в чем не повинного универсала настолько масштабны, что разойтись по европротоколу водителям не с руки. Денег, которые получит в этом случае владелец Toyota, для восстановления машины попросту не хватит. По этой же причине решено вызвать ГИБДД, что оказывается не лишнее, так как вину на себя брать особо никто не пожелал. Я не знаю, я своей вины не ощущаю здесь. А вот сотрудники дорожной полиции своих предположений не высказывают. Да и что говорить, авария как из учебника, а значит и ответ известен.